Праздники Господни, которые даровал Бог Израилю на горе Синай, уникальны тем, что они, как путеводные знаки на дороге жизни, напоминают верующим о Боге и его стандартах жизни. 21 сентября, в праздник Суккот, в городе Ильичевске, еврейская мессианская община Бейт-Эль и общественная организация Минора провела концерт для жителей города в рамках Дня еврейской культуры. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я житель города Ильичевска. Я очень рад, что проводятся такие еврейские праздники, праздник на уровне города, где люди могут прийти, послушать и понять историю как еврейского народа, так и историю, библейскую историю. Дорогие друзья, приветствую вас в городе Ильичевске, у Черного моря, где уже несколько лет подряд мы празднуем Дни еврейской культуры. Здесь, в Ильичевске, мы празднуем эти праздники на улице, осенние праздники особенно, и уже несколько лет подряд Суккот является центральным служением для нас здесь, на улицах Ильичевска. Люди радуются, люди приходят, знакомятся, и также мы евангелизируем тех, кто хотят услышать о Господе, о Иешуа Мессии. Еврейский юмор, песни и танцы не оставили равнодушными пришедших на этот праздник жителей города. Это уже стало традицией, что каждую осень еврейская мессианская община Бейт-Эль проводит Дни еврейской культуры. Специально для РРТВ Валентин Эйтан, Одесса.